Первое заседание матичинских депутатов после снятия ограничительных мер состоялось по всем правилам санитарной безопасности. Все присутствующие в защитных масках. Но это не помешало начать встречу с приятных моментов. Сергея Купранова наградили почетным знаком. Награждается знаком за службу закону третьей степени. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин также принял участие в заседании. Он отметил, что работа матичинских законотворцев высоко оценивается на региональном уровне. И сегодня, как и на других площадках, обсуждаются вопросы изменения бюджета. В целом повестка депутатов очень насыщенная. Все вернулись с рабочим настроением. И желаю своим коллегам в Матичинском совете достойно нести имя депутата от Матич. В повестке дня 15-го заседания окружного совета депутатов значилось 9 основных вопросов и 3 дополнительных. Депутаты заслушали информацию о финансировании муниципальных программ округа, а также об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. В 2020 году утверждено и реализуется 19 муниципальных программ, состоящих из 67 подпрограмм. С общим объемом финансирования 13 миллиардов 718 миллионов 42 тысячи рублей. За отчетный период профинансировано 5 миллиардов 663 миллиона 928 тысяч рублей. Федеральный бюджет исполнен на 4,1%, областной 42,3%, местный 45,7%. Также приняли изменения в решении об установлении налогов на землю и имущество физических лиц. Обсудили прогнозный план приватизации муниципального имущества. Есть определенные неплохие симптомы на оздоровление экономики, хотя вопросы пополнения бюджета, конечно, остаются очень непростыми, очень взвешенными вот в этой ситуации. Но я буду надеяться, что ситуация будет стабилизироваться, это нам позволит абсолютно нормально развивать все те программы, все те планы, которые были заложены на этот год. Следующее заседание Совета депутатов городского округа Мытища состоится уже в следующем месяце. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.